Москва настаивает на своем участии в расследовании дела о покушении на Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Об этом заявил заместитель руководителя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на встрече с иностранными дипломатами. Он подчеркнул, что участие Москвы имеет важное значение для установления истины и призвал Лондон открыть все данные. Ермаков раскритиковал Великобританию и ее западных союзников за выдвижение бездоказательных обвинений до окончания расследования. Официальные лица Великобритании вдруг скоропалительно, без каких-либо доказательств, начинают истерично в чем-то обвинять Россию. И почему-то еще и требовать при этом от России каких-то объяснений. До сих пор достоверно не определен предмет расследования. А все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть.